международной выставке в Екатеринбурге «Иннопром-2021» глава Чувашской республики Олег Николаев прокомментировал участие региона в программе Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры». Чувашия, по данным федерального ведомства, в числе первых вошла в программу. При этом Николаев подчеркнул необходимость принципиального пересмотра системы развития индустриальных парков и приведения ее в соответствии с условиями программы. Любой образовательный процесс, он дает не закупленные знания, а алгоритм развития компетенций. Вот здесь тоже очень важно, потому что время очень сильно меняется, скорость этих изменений очень большой, и вот вовлеченность людей в эти изменения, самое главное, заряженность вот, меняться и изменяться в подходах реализации, мне кажется, вот ровно вот эти составляющие мы получим, участвуя в этой программе. Программа «Лидер развития инфраструктуры», запущенная Минпромторгом, нацелена прежде всего на те регионы, в которых индустриальные парки недостаточно активно используются, активно развиты, и создана для того, чтобы создать на местах людей, обучить их, создать культуру управления и обращения с этими индустриальными парками, чтобы в регионах было достаточное количество людей, которые могут эти парки создавать, развивать их, управлять ими. И тем самым заложить основы для активного, более активного промышленного роста.